Андрей, пожалуйста. Да. Я хотел сказать по поводу оружия, что мы недооцениваем музыку и вот эту входящую информацию, которая постоянно на детей, на наших же воздействует. Угу. Потому что я считаю, ну и бытует мнение о том, что что человек ест, то он и есть. И если мне поступают какие-то заказы на негативную или агрессивную музыку, то вот со своей стороны... Если это будет какой-то хороший, интересный контракт с большой суммой денег? Ну да-да-да, то есть меня не волнует, какие деньги там есть. Я для себя решил, просто уже были какие-то такие вот моменты, угу. Но я понимаю, что от них лучше отказываться и не пускать, потому что неизвестно, что нас ждет там дальше, впереди, но и мы в ответе за то, что мы делаем здесь и сейчас. И я думаю, что каждый человек, вот если будет в первую очередь смотреть не что вокруг делают, да, каждый сам себя начнет, то это будет вот как раз начало того мира и счастья, к чему мы все стремимся. И вот про то, что общаться, говорить об этом необходимо, о том, что... нет войны и так далее, что мир должен во всем мире быть. Но тем не менее, каждый человек еще должен объединяться вот с единомышленниками, со своими. И не только говорить об этом, угу. А заниматься действительно чем-то созидательным. То есть какое-то найти направление. Может быть, вот как предыдущий... Андрей, да, вот он для себя решил, может, что он никогда не будет делать то, что противоречит его каким-то нравственным качествам. Мало того, что не делать, а делать именно что-то такое, что привлечет других вот моих единомышленников, там, партнеров, каких-то друзей, которые действительно вдохновятся и будут поддержать, да, и действительно покажут ту сторону человеческую, добрую, светлую, душевную, которая на самом деле необходима, на которой и держится вот наш мир. Ну, а мы уходим на рекламу. Не переключайтесь.